И уже сегодня итоги визита на стадион «Самара-Арена» губернатор обсудил на совещании с архитекторами. Речь шла об элементах внутренней отделки чаши стадиона. Глава региона поручил в короткие сроки разработать несколько дизайн-проектов внешних перекрытий между ярусами. При этом необходимо подобрать оптимальные цвета. Учесть надо и возможность размещения рекламы. Если там рекламы, может быть, чтобы не отвлекало, не будет. То надо дотугу сделать так, а если уж вывесит рекламу FIFA, то пусть снимается и остается словно тот вид, который будет устраивать всех по восприятию и создаст картинку телевизионную соответствующую. Также необходимо детально проработать элементы декорирования подтрибунных помещений. Главное требование главы региона – все работы по внутренней отделке и благоустройству должны соответствовать самым строгим современным мировым стандартам. Еще один вопрос, который обсуждался на встрече – размещение и установка арт-объекта, который должен стать украшением территории около Самары-арены. Губернатор выразил уверенность, что все работы по строительству объектов к чемпионату мира по футболу будут завершены точно в срок.